Начинаем второй полуфинал нашего турнира. Сергей Крижановский, Молдова. Дмитрий Белозеров, Украина. Итак, приветствую всех любителей бильярда. Полуфинальный матч Кубка Одессы, открытого Кубка Одессы. Сергей Крижановский и Дмитрий Белозеров. Разбивал Сергей Крижановский и повел со счетом 2-0. Это полуфинальный матч. Оба участника обеспечили себе призовые в районе чуть меньше $1000 и борются за выход в финал. В финале будет разыгрываться главный приз 100 000 гривен. Это где-то примерно $3500. Второй участник финала получит сумму в два раза меньшую. На два шара Крижановского. И простая ошибка была у него. Дмитрий Белозеров отвечает большим напором в игре. Ошибок не прощает и сейчас будет забит восьмой шар. В чем заминка? Понятно. 1-0 Белозеров повел. Продолжает ошибаться Сергей. А я напомню вам, что вы находитесь на единственном YouTube-канале по русскому бильярду, где счет переключается вовремя. Поэтому хотите не хотите, а подписаться надо. На этот раз всего лишь одним шаром ответил. И хороший отыгрыш от Сергея Крижановского поставил почти точно на середину короткого борта. Открывает счет. С руки бьет. Забивает свояка. И пока на этом все. Ну, с непростого шара начал Сергей. Забил 3. И сейчас посмотрим,
ринулся в атаку. Дмитрий на ударе забивает свояка в отскок. Тут же отличный чужой. 3-3. Еще один. Судя по всему, нелегко придется Сергею. Тем более не вошел он еще в игру. Мажет простые шары. А здесь повезло. Замазался угол, а там стоят два шара. Поэтому приходится отыгрываться. Дальней иллюзии. И это был совсем непростой ударчик. Потихоньку входит Сергей в игру. Стабильности пока нет, но уже начинает. Здесь Дмитрий бил третьим шаром в середину, вырезал, не получилось. Ставочка. Сергей легко, естественно, забирает этот свояк. Опять неудачная игра с руки. Два борта в середину чужой, я объявил Дмитрий. Ну, все это по отыгрышу. Здесь неудачный отыгрыш. Поторопился Сергей. Отличную серийность демонстрирует Дмитрий Белозеров, в отличие от Сергея, который временами дает такие пенки и в отыгрыше, и в реализации. Два легких свояка, один из них Дмитрий убрал, естественно, второй реализовывается Сергеем. Ну, вот сейчас нужна серийность, а ее нет. Thank you.
Дмитрий с непростой позиции. Забил свои очки. Это совсем не даром была и не подставка. Четыре шара. Вполне неплохо. Четыре ския. И Сергей в своем стиле. Красивый чужой. Реализует. И тут же мажет. 3-4. Здесь, конечно, ничего не поделаешь. Хорошо отыгрался Сергей, но Дмитрий Белозеров. Дмитрия остановить может только он сам себя. Пока складывается такое впечатление. Дальний чужой, сами все видели. Заслуженные аплодисменты. Скрипит мелока жесткую наклейку. Три борта в середину бил, заказал Дмитрий. Чуть не упал шарик. И опять не очень хороший отыгрыш у Сергея. А тут же наказание. Вроде бы ничего легкого, но Дмитрий стабильно забивает. И сложные, и простые шары из серии у него проходят. Вот здесь ошибочка. Первая, по-моему, за две партии.
Вот когда идет у Сергея игра, просто любо-дорого смотреть на его технику. Да, совсем рядом. Фактически Сергей сравнял ситуацию. Надо брать эту партию. До 5 побед игра идет. 3-0 это будет очень неприятно. Эх, какой красавец. Супер шар по отыгрышу. И отыгрыш был бы отличный. Для Крыжановского это несложные шары, и он стабильно почему-то не забивает в этой встрече. Такой-то должен забить. Играл дуплет Дима, но не рассчитал по силе. Слишком сильно ударил, распустил биток. 2-1, зацепился. Вырывает почти проигранную партию Сергей. Четвертая партия разбивает Дмитрий Белозеров. 1-0. Хотел бить в среднюю чужой, но передумал. Это был безопасный свой, вы видите, если бы не забил. Все четко Дима рассчитал. Бить было бы нечего Сергею. Смотрит внимательно Дмитрий, чтобы после столкновения белых шаров ничего не осталось, чтобы Сергей не смог потом забить в противоположный угол свояка. Здесь уже хорошая реализация, серийность. Вот дошли руки до этого чужого. 5-0. Супер шар, повторяем. 6-0. Дима играет все лучше и лучше. Сглазил. Не поймет Дима, в чем дело, почему не забил. Да, эту партию Сергей навряд ли отобьет. 8-0. Легко восстановил преимущество в две партии Дмитрий Белозеров, а Сергей совсем в непростой ситуации. Разбой не идет. Показывает, что еще и не везет. Немножко не достает Дмитрий. Удлинил немного кей. И такую пенку дал. И даже Машка не помогла своим присутствием.
Сергей продолжает раздавать подарки. Биток в не очень хорошей позиции, но там идеально покатился белый шар. Очередной свайчок. Распустил биток Дмитрий. Не похоже это на него. И здесь повезло. Придется Сергею третьим бить. Хотя мог и не бить. Четыре ноль. Что тут поделаешь с этим Дмитрием Белозеровым? Сергей. Тут подставка. 4-1 по партиям. И в одной партии от победы Дмитрий Белозеров сам на разбое. Забивает Дмитрий с разбоя. И я не удивлюсь, если он под конец еще и партию с кия положит. Убирает шары соперник. Напомню. Поэтому тот шар Лузы Крыжановский показал судье убрать. Ну, пожалуйста, пошел на дальний чужой, вышел на подставочку. И легко 4-0 с разбоя бьет сложный угол. По выражению лица не верит он себе, что забьет. Бил аккуратно, с контролем битка. Пора браться за дело.
подумал Сергей. И опять серия не удается. Серия прервалась в самом зародыше. Уже в который раз? Тут уже ва-банк. Прямой шар. Что там с подбойчиком? Все нормально. Оператор не поспевает за Дмитрием. И 7-1. Это есть. Да, можно еще побороться. Но не сегодня. Да, и финал выходит Дмитрий Белозеров.